Караганде построят комбинат социального питания. Сегодня был подписан меморандум между Акиматом области и венгерским коммерческим и инвестиционным обществом «Атан Инвест» о возведении современного комбината социального питания. Общественная столовая будет производить из высококачественных продуктов, проходящих контроль качества, готовые стандартные рационы питания для школьных и дошкольных учреждений. Приготовление пищи будет происходить строго в стерильных условиях. Мощность проекта – 100 тысяч порций в сутки, пояснили венгерские предприниматели. Таким образом, реализация проекта позволит снабдить качественным и безопасным питанием школы и дошкольные учреждения, снизить финансовую нагрузку на бюджет и упростить санитарно-эпидемиологический контроль за питанием. Приблизительная стоимость проекта более 5 миллиардов тенге. Будет создано порядка 500 рабочих мест. Строительство и выход на проектную мощность займет около 18 месяцев. Это будет пилотный проект, это абсолютно современный, самый высокий европейский уровень, который сегодня существует. Я думаю, что мы с вами и мы, как компания, которая сделала этот проект, и ваш заказчик, вместе будем гордиться, что это будет лучшее предприятие по Казахстану.